Вставай! Стоп, стоп, стоп. Стой, стой, лосица, лосица. Стой, 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 стой. Давай заднего. Стой, не стреляй. Не стреляй, не стреляй, не стреляй. Не стреляй. Промазал, да? Вот сейчас третьим пробуй. Перезарядился? Стой, стой, стой. Не спеши, не спеши, не спеши. Стой. А, дырка есть, дырка есть. Выше холки бери сантиметров на 10. Бери сантиметров на 10 выше. И стреляй. Так, друзья. Добыли лосика. Сигалетка взяли на мяско себе покушать. Вот. Вот такой красавец. Долго выбирали. Определялись, та была самочка, девочка, это молодой бычок, друзья, ценности такой особо, скажем так, не несет, очень хороший трофей, молодой сигалеточек, гастрономическое мяско, добыл Николаевич с полем его, конечно, Николаевич, с полем тебя, спасибо, добыл красавчика, молодец, долго, очень долго выбирали изнурительный подход. Ну, как-то так. Вот такой красавец. Сделаем фото на память. Хороший уже сигалеточек. Я бы не сказал, что такой прям маленький. Упитанный. В нескольких полях мы наблюдали их. То есть они жировали как на рапсе. И вот на озимке. Вот он и шел. Медленно сюда пришел. Здесь отстрелялись. Отстоялся он и упал. Так что, друзья, с полем нас. Вот такой замечательный трофей. Ну, очередная история подошла к концу, да? Нас еще что? Попытаемся две лицензии на бобра есть, попытаемся сдобыть. Как пойдет, так и будет, да? Вот такие, друзья, дела. Погода вообще класс, просто, просто супер. Отправили уже Ивана Ивановича за машиной. Подъезжает к нам егерь, пробирается сквозь. Вот такие вот лужи, друзья. Машинка полный привод. Потихоньку идет. Ох, шумит. Класс, класс. Охота удалась. Все, друзья. Чуть попозже включусь. У нас пока эмоции, адреналин. Вот такой замечательный бычок. Повторюсь еще раз. Николаевич, молодец. Пролетел со свистом наш егерь. Вот давал газу, а. Газу давал уже так, что... А? Да, пролетел. Кто вас набил? Иванович, очень красивая охота получилась, замечательная. Так, друзья, сдобыли мы вот такого красавца. Очень получилась интригующая охота. Долгое скрадывание, длительный подход. И мы сдобыли вот такой замечательный трофей. Молодой бычок. Николаевич отстрелялся. Расстояние было хорошее. Отстрелялся, потом немножко он удалился. Отстрелялись еще несколько раз. Ну и добрали зверя уже. То есть попадание уже было второе по месту. И зверь лег. Николаевич, что ты скажешь такое, скажем, маленькое интервью о подходе, об охоте? Вот, ну, как тебе сегодняшняя охота? Ну, самое главное, что мы достигли той цели, которую искали.
отличная погода и отличная охота. Вот что хочу сказать. Адреналина в изобилии. Казалось бы, вроде бы не трофейный лось, как мы, да, уже сколько стреляли, и трофейных, и взрослых. А цель наш, как бы, вернее, охотничий трофей, уже не говорит о том, что это трофейный, да, то сигареток на мяско, гастрономическое мяско, приехали, сдобыли, впереди праздники, поэтому, друзья, прекрасных всем вот таких замечательных охот, красивых трофеев, ну а нас поле, не забываем подписываться на мой канал «Деревенский волчонок», всем пока. Пока.